В этом видеоролике мы приготовим стейки сёмги с сельдереем. Гриль прессе Витек ПТ-2630. Нам потребуется 0,5 кг сёмги, 3 стебля сельдерея, 3/4 чайной ложки соли, 1/4 чайной ложки каенского перца, 1/2 чайной ложки прованских трав и 2 чайной ложки оливкового масла. Сёмгу порезать на стейки толщиной 1,5-2 см. Смазать стейки оливковым маслом, посолить, посыпать каенским перцем и прованскими травами. Стебли сельдерея порезать на длинные палочки. Смазать рабочие поверхности оливковым маслом, закрыть гриль-пресс, подключить устройство к электропитанию и установить 4-й режим нагрева. Когда загорится зеленый индикатор, открыть гриль, выложить стейки семги и стебли сельдерея, порезанные на кусочки. Закрыть крышку и жарить 6 минут. Через 6 минут переложить готовые стейки семги на тарелку и подавать к столу. Стейки семги с сельдереем готовы. Приятного аппетита! Витек. Здоровый взгляд на технику.